Ух ты, какие чашки красивые. Где? Глянь, какая симпатичная чашечка. Обычная чашка, а мне железная нравится. А мне-то, кстати, то... Ты посмотри, кстати, какая чашка интересная, Толщина Слава. Какая у нее? Ты посмотри, какая она интересная. Глянь, совушка, она, ух ты. Толщина ее какая. Это может, не железная. Это, скорее всего, керамика. Фарфоровая. А, так сделано под металлическую. На самом деле это фарфоровая. А, ясно. Ну, интересная чашечка такая. Ну да. Свечки. Хочу себе что-нибудь купить. Ну, купи. А что мне надо? Ну, так подумай. Ну, я подумаю. Если я увижу что-нибудь большие, красивое. Дорогие. Может, тут есть такие какие-нибудь, типа, знаешь, как пиалочки такие вот? Я бы хотела себе купить. Я подлежу, что тут есть. Ты часы тебе в школу купила? Я же купила уже их летом давно. Что, забыл? Забыл. Уже висят давно. Давай-ка. Часы я себе покупала в Интеграле. А, ну да, давай. Да. Ну, здесь нам не надо ничего. Пошли так, пойдем. Угу. А ты здесь не нужно, ничего не нужно. Цены озвучишь какие-нибудь? Соковыжималка 324 рубля. Микроволновая печь 282 рубля. Кофемашина. Пожалуйста, 150 рублей. Вот. Да это как кофемашина? Вот 500. Вот еще 500. Есть эспрессо, капучино, латте. Угу. Тебе это как-то напоминает чего? Похоже. Очень похоже. А это безвкусица какая-то, да, по-моему? Ну, мне не очень. А вот это? Не-а. Тоже нет. А как насчет этой? Ну, вот это уже поинтереснее. Поинтереснее, да? А вот это здесь тоже. Ну, и это тоже симпатично. Да? Такие оттенки нейтральные. А это синее? Неинтересно? Не-а. Слава, вот мы ж пуфик хотели купить. Тут нету пуфов? Ну, вон же какой-то пуф стоит. Мы ж, помнишь, хотели? Это надо в магазине покупать. Это такие, без, не открывающие. Ну да, 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 да. Вообще ничего интересного. 15:06, четвертый час. Я уже кушать хочу. Ну, пойдем сейчас кушать. Серёга, на стол тоже надо какую-то тут лампочку купить потом, да? Вот есть какая, смотри. Рублей за что, Юля? Я тоже не понимаю, за что. Вообще непонятно, за что. Ну, это обычные детские настольные лампы.
тебя дома что настольная лампа есть? Есть. Да и все. Все, не вижу смысла переплачивать. Нам не надо ничего, да? Поставь. Там такое все, линолеумы, да. Непонятно и что. Не очень. От линолеума у меня аж аллергия какая-то. Фу. Чувствуешь, да? Тяжело дышится, очень, очень много химии. И у нас материалы все натуральные. Да? Материалы натуральные, только запах невозможно дышать. Мозаика. Так, ладно, надо выходить. Так пошли ж нам тот конец. Вот маленькие. Ну шкафчики колхоз, пипец. Ручки вот эти, кто их придумал? Хотел бы дизайнеру в рот посмотреть вот тут. Не знаю. Наши уже как сделают что-нибудь? Не, ну это ручка. Поздно страшно. Ладно. Лучше вообще без всяких этих ручек и без всего этого дерьма. Это точно. Ладно, уходим. Куда мы уходим? Ну, что? Нам в тот же край надо. А, в тот, там же вода, да? Угу. Значит, пойдем в край. Раковины. У нас уже есть. Душевую кабинку, может, поставим ее? А нахера на тебе? Чего? Смотри, откуда помыла. Мыть ее ты будешь? Да. Ага. Ты же Юлия матами плачешь, на тебе микрофон висит. Ничего страшного, Слава. Ну так что ты такие вопросы задаешь? Мы уже 25 раз обсуждали. Если бы у тебя была домработница, которая это будет мыть, то я не против. То есть, я это мыть не буду. Ее надо постоянно тереть, чтобы капель не было. Ты понимаешь? Ну, а представляешь, она будет вся мокрая в этой, в извести от воды. А, ну да. Ну, в этой хрени. Так, ладно, тогда. Ну, в баню. Пошли тогда на выход. Ой, ладно, уходим отсюда, тут дышать нечем. Какая-то запах какой-то, не знаю, резины или химии какой-то. Но тут дышать все может... подряд. Линолеум, ламинат, да, все это гадость. Очень тяжело. Где нам это? Туда, наверное. Да.